По встречной полосе нельзя выезжать. Пойдем. Ну-ка. Смотрю, идет. Привет всем. А, наконец-то поздоровался. А я не пойму, где он стоит, думаю, еще не приехал. Смотрю, время 25 минут прошло уже. Я уже взглянул, смотрю, вроде свет не горит, наверное, вышел. А я вышла на заднем это. Ну, вроде дверь закрыл, вернулся, проверил. На автомате закрываешь же дверь, не думаешь об этом. И вернулась. Ну, пойдем на 17. Не успел. Попался, который кусался? Ну, попал. Смотри, какая горка красивая. Надо было тебе ледянку взять, может, сходить. Катя, у тебя есть ледянка? Что там бубнишь? Ледянка есть у тебя, говорю, кататься. Ледянки нету. Жалко. Ты же мне не купил. Там как высоко. Тебе не так. Камера, говорит, я глупо снимать не буду. Давай. Камера, говорит, я глупо снимать. Что такая камера, знаешь, я глупо снимать. Она, ой, она у нее программа. Снимает порой. Программу поставлю. Как ее, ну, я не снимаю. Давай, иди, я тебя буду снимать. Не давай. Да не буду я. Давай. Ну давай быстрее, у меня не время хочу. Идет. Ну тогда на меня снимай, раз не хочешь. На. А я буду идти. Меня видно? Видно, иди. Давай, давай. Ты что, меня сзади еще снимаешь? А где тебя снимать? Сбоку. О. На, как солдат. Что, все, что ли? Иван Бровкин. Пошли. А что так мало-то? Что так мало? Привет всем. Женька. Это вот Колизей. Колизей. Он круглый такой, посередине ямочка, дырочка. А то я вам не показываю ничего. Вам так видно хорошо? О, запыхалась. Видите, круглый. Такой. Тут дорожка. Там Женька. Где-то. Тут дома. Козочка. Идем, идем. Дом должен быть. Опа! Наконец-то! Только опять не засняла. У меня никак не получается заснять этот момент. Мне все время камера куда-то улетает. Да, было бы это тогда вот так вот. Оп! И я потом встала бы и отряхнулась. И все. Красивая аллейка, да? То какая речка. Аллейка красивая. А, аллейка. Аллейка? Все цветы. Мы тут с Женькой идем прикалываемся. Настроение хорошее. Сегодня у нас 1 января. А ролик выйдет с опозданием опять. Пьянка ждет, поэтому. Ну ты об этом не говори. И они тогда не будут знать, что нас там ждет. Когда знаешь, кто сегодня выпьешь, всегда хорошее настроение. А я вообще трезвая. Я вообще не пью. Мне не положено.
Я ж блогер, а блогеры не пьют. Вон там перекресток, а туда пойдем все. Везде стреляют, салют я вам так и не засняла. А, у меня будет это, я засняла вон в этом, в инстаграме. Будет салют. Выложу попозже. Наверное, уже выложу. Сейчас вот он пронесется. Пропускает. Пошли. А, меня сейчас в последнее время не пропускают. А то я уже собралась записывать номера, которые не пропускают. Фух. Все доходим. Здесь в этом районе тоже живут самарские блогеры. В этих домах. Только самарские блогеры не любят других самарских блогеров. Хи-хи-хи. Идем, идем. Я тебя поймала. Дорожка-то, смотрите, узенькая. Узенькая-приузенькая. Неудобно. Ой, втыкнулся. Снег, тут такая природа классная. Здесь вот церковь или храм. Очень живописная церковь. Ну, здесь, в принципе, место живописное очень. Зимой. В прошлом году мы тоже проходили. Я снимала. За прошлым? За прошлой зимой, да. А в прошлом где мы были? Не проходили, что ли? В прошлом году она уже затратно здесь. Понятно. И что такое висит? Там, то ли февраля, хвост, что ли, висит тут? Чтобы куда ходить? Хвост какой-то. Победа ходить. Кто это? Курочка? Идем, что ли, меня? Дурак. А, слушай, а там китовый построил, да, снег? Что это проблема снега? Кого? А. Снега. Ну, ее всегда строят, кстати. Дети играют. Отрадно тоже построили. Какие мы строили снежный домик, а внутри часовня. Пошли заглянем. Да ты уходишь-то. Да мы их, наверное, продавили, честь. Не поняла, а где вход? Ничего. Как нет? Ну, я-то думал, это часовенка, а это вообще снег. А может, ее в Рождество просто сделают? А в Отрадном делали прямо. Ну что, давай по этой дорожке пойдем туда. А, подожди, там забор, не надо. Пойдем. В смысле забор? Там озеро, а забор на дорогу. А мы там не выйдем разве? Мы же выходили всегда там. Иди, пожалуйста, позади меня, ты мне вид портишь. Своей. Сам ты знаешь, как, чем. Оператор всегда должна быть первый придан. Вот именно. А я ты как? Надо торопиться. Так я и так бегу. Ну ты же начинаешь на... бежать вместе со мной. Камила на свадьбу нашу, как она носилась постоянно. Да, камеру. Так фотографии получились обыкновенные. Ничего особенного. Не? Москве. Плохо видно. Ух ты! Класс, слушай, как!
Ба, это другие какие-то. Ух ты! Я таких не видел ни разу. Что ж таких не видел? О, класс! И прям последний класс. Так. Шикарно. Это прям круто. Это под конец шикарный, да? Ух ты! Такое не было еще. Что делаешь тут? Бак, кастрюля. А ты яйца тебе почистил? Что это такое? Тут, картошка, что ли? Что он там делает? М? Картошка. Ну что там, мои яйца, что ли, кушаешь? Протух? Что, ты меня протухшими яйцами хочешь накормить? Что? Что-то не пойму. Так, не мешай. Жень, где салат? Вот там алкоголь. Ба, что ты, ты ложками что-то делаешь? Как ты говоришь, салат называется? Вавилоновский? Да, всего добавлено. Потому что всего много добавлено? А что там много? Картошка там, я смотрю, какая-то. Подожди. Яйца. Ты грушу туда еще хочешь добавить? Ты будешь грушу? Да. Вот ты есть хочешь, вот съешь. Да, я сейчас аппетит перебью. Да, она... Грязными руками? Руки помыл, конечно. А что, говоришь, что нет, не помыл, не помыл? Яйца помыл. Как чистится, хорошо? Тебе нравится их чистить? Давно не ел перепелиных, съесть что-то, ну ладно. Такую мама покупала. С тобой отразу кухню. Куда я что делал-то? Да. Ты его что, разрезать не да, будешь? Да, ну маленькая чего лезет, господи. А Надя зуб. Куда еще? Сколько у тебя зубов? Много, что ли? У тебя что, зубы такие большие? Получается, большие, да. Динозавр, что ли? Нравится чистить? Ну, куда деваться? Нравится, не нравится. Что там? Одна креветина. Уже пожарилась. А будет у нас несколько сиварёных. Так надо было на палочку насадить. Одна жареная. Ну, в основном варёные, конечно, но одна жареная. Ай, сильно не прыгай. Что-то я рыбой пахну. Интересно, а чем они должны пахнуть? Они же креветки. Ну, это почти рыбные же. Это же к рыбе относится. Пахнут как караси. Не знаю, может они другие какие-то креветки. Это твоя будет. Помой ее. Причем класть в кастрюлю. А то там волоснями сейчас всякими прилипнет. Ты хорошо помыл? Хорошо. Там королевские две плавают. Я себе побольше положу крес, покрупнее, тебе поменьше, да? Ну, а давай вместе с пакетом грязным. Свари. Ты, может, пакетом любишь кушать? Ну, все, убирай этот грязный пакет. Самодельная елочка у нас тут. Женька наряжает елку. На улице, кстати, нашли бесплатно. Дай. Мы с Женькой вдвоем теперь празднуем Новый год. Под шубой. Правда, он так выглядит, как будто сухой совсем. Здесь у нас другой салат какой-то новенький. Называется жар птица. А что там входит в этот салат, Жень? Короче, там что-то входит. Вот так вот. О, я добавил. Ба! Раз, два, три, четыре, пять. Офигеть, я никогда бы не подумал, что туда так много добавить. Я добавил.
под шубой. Тут еще Женькин с яичками. Елка запахла. Тут еще груша у меня лежит. Положу, выберешь себе любую, какая тебе больше понравится. Что там мелочь прям. Я думала, как обычно я буду выбирать. Ты пол... А что, у тебя тарелка больше, что ли? Они абсолютно одинаковые. Да? Да она пошире у тебя. Где же? Сбоку. Без воды, да? Накладывает Женя креветки. Что, все, что ли? У тебя крупнее там, по-моему. Дымят они так. А пахнет действительно какой-то это рыбой, да? Может, я беру рыбу, пахнет. Может, ты там рыбу подсунули. Ну, это, наверное, может быть, это в другом море ее там ловят. В каком-нибудь озере. На себе королева. Ну, давай я сюда положу. Вот там. Выберешь сама себе. Да. Мелкие, все мелкие. Поэтому некоторые креветки, когда накладывают, взвешивать, они их руками накладывают, выбирая крупные. Тарелки взвесила бы. Тарелки, говорю. Ой, тебе так принципиально, да? Конечно. Ну, на одну креветку Женьке больше достанется. А вдруг у тебя здесь больше, а тут меньше? Вдруг они тут худые, а тут толстые? Есть же разница? Есть. Конечно, я маленькая, мне надо кушать больше. А ты большой уже, что тебе кушать? Ты меньше должен кушать. А мне еще расти и расти. Расти и расти. Логика? Там вода какая мутная у тебя. Что там не пойму, да делаешь так долго? Попробуй выловить. Ты что-то сюда навалил больше, чем сюда. Куда тебе надо? Сюда? Сюда клади. Я тебя сейчас заберу еще половину. А черная, главное, поверхность. А там видно пятна белые все равно. Мне еще лучше. А что, куда пошел с креветкой? Что такое? Ты что, пукаешь, что ли? Что там? Осталось половину креветки. А ты еще не спеша, главное, ее выливает, бегает. Ай-яй-яй.